Приветствую вас, дорогие друзья. Да, я очень давно не появлялся, на самом деле много очень работы, дофига работы, но моя стандартная отмазка, наверное, вы подумаете, что ты постоянно это говоришь. Ну, я не могу вести постоянно блог, поэтому пришел момент, когда я хочу посвятить видео именно как создать свой собственный сервер на Excel, ну, именно для мода Excel. Сейчас я все по порядку об этом расскажу. Самый очень важный момент, я разобью эти видео на две части, но выложу две части сразу, поэтому не будете вы ждать там вторую часть потом. Я все выложу сразу. Итак, поехали. Смотрите, первое, что нужно именно для Excel, да, это база данных. Используется база данных Muscle. Так как я веб-разработчик, я очень тесно много лет был связан с мускулом, да и сейчас связан с ним, в принципе, ну, в основном уже перехожу на PostgreSQL. Ну, не суть. Вот. И допускают все многие большую-большую ошибку, те, кто создает сервер на Exile. Что я заметил? Пока многие ребята подключались к сервису, пробовали там к Soft Project, я имею в виду. Получилось такой момент, что у ребят не обезопасена никак база данных. Но это не дело. То, что вы смотрите какие-то гайды, там, как установить Excel, да, там быстро вам рассказали, быстро установили базу, быстро поставили. Но а защитить базу мы обязаны. Вы понимаете, что ваш сервер, его можно, ну, взломать, я даже не могу сказать взломать, школьник его просто возьмет и зайдет в вашу базу данных и все, и будет к ней доступ. Поэтому нам нужно по-любому ее посадить на пароль, это первое. Второе, нам нужно убедиться обязательно, чтобы у нас не был открыт порт 3306, это 100%, потому что он нам для внешнего ресурса не нужен абсолютно. Он должен в локальной системе работать для самой игры. Итак, ну, я использую XAMPP, поэтому я и буду на примере XAMPP делать. Ну, давайте так. Напишем XAMPP. Вот, мы перейдем на официальный сайт. Вы увидите, он будет у вас самый первый. Официальный сайт. И если у вас Windows, то для Windows. Если не Windows, то не для Windows и так далее. Ну, у меня Windows. Вот, мы сейчас скачаем последнюю версию, да, вот, допустим, у нас тут где PHP 7.1.8. Вот. Чем еще прикольный момент? Вот мы качаем. Я пока он качается, я вам расскажу. Тут есть Apache. Apache очень удобная вещь. Я, кстати, вам сейчас покажу, расскажу, как пользоваться. Не обязательно устанавливать там Navicat для работы с базой. Зачем? Есть это стандартные средства PHP MyAdmin. Все то же самое. Абсолютно. И намного даже легче смотреть данные и так далее. Я бы на вашем месте не использовал никакого там Navicat и так далее. Ну, каждому, как говорится, что удобней. Но вообще все средства есть уже тут, как бы. И в дальнейшем, если вы к какому-то сервису будете подрубаться, который, возможно, потребует Apache, у вас уже это все будет. Поэтому я советую использовать сразу XAMPP, в нем уже много всего сразу вбито. Итак, ну вот оно у нас докачивается уже. Да, весит 124 мегабайта, как бы пакетик такой нехиленький. Ну, на самом деле, я думаю, это не проблема в наше время. Вот, после чего, сейчас я посмотрю, удалил ли я саму папку XAMPP. Да, ее нету. Ее нету. Вот у вас открывается. Сейчас я вам покажу, как устанавливать. Ничего сложного нету. Все достаточно просто. Просто мы уберем лишние ненужные нам модули, так сказать. Да, continue, бла-бла-бла. Так, next. Вот тут. FileZilla нам не нужен. Mercury, Tomcat нам не нужен. Ну, эти ладно, оставим, пускай будут. Итак, PHP MyAdmin, это касательно и есть этот ресурс, за который я говорю, что не нужно использовать Navicat. Для этого есть PHP MyAdmin. Вы можете подробнее за него почитать. Ну, по сути, если вы, конечно, не знаете, ну, команды базы данных, то, конечно, будет проблематично. Но на самом деле там табличная таблица, которую вы всегда сможете просматривать. Я вам все это продемонстрирую. Да, там CXAMPP. В принципе, неважно, куда хотите, куда вам удобнее, вы туда и установите.
Все, у нас там открылось, бла-бла-бла. Тут у нас типа next. Пошла installing. Сейчас придется немножко подождать, пока оно устанавливается. Я еще ключевые моменты расскажу. В общем, ну, мы сейчас поставим, и наша задача обезопасить. То есть я больше сейчас посвящу время базе. Почему? Потому что это очень важный момент, ребята. Вы не думайте, что это не важно. Потому что первоначально база, когда вы ее устанавливаете, у нее идет логин root без пароля. То есть войти можно без всяких проблем и без всяких ключей кэша, что не есть очень хорошо, поверьте мне. Если вы хотите, чтобы у вас была безопасность соблюдена, так ее нужно соблюдать везде. Если вы хотите запустить Exile, не поленитесь. Да, это затратно по деньгам, но не поленитесь и купите. Все-таки не ломаный возьмите, а купите именно инфистар, покупной, все как полагается. Я, к сожалению, не буду ставить инфистар. Вот, я чисто покажу, как запустить сервер. Какие-то ключевые моменты, потому что инфистара у меня нету, у нас есть на сервере. Вот, ну, я не могу его использовать, поэтому я не буду демонстрировать это. Так, ну, пока оно бежит. Я ускорю на видео этот процесс. Вот, собственно, установка закончена, да, то есть нас просит, мы можем галочку убирать, можем не убирать. Но мы оставим финиш, у нас откроется панелька. Сейчас это разово на английский оставляем, это разово выскакивает. Вот, у вас вот эта панелька управления. По сути, для работы с мускулом, да, чтобы вы могли зайти, посмотреть какие-то данные. Вам нужно включать будет и вот это, то есть Apache и мускул. Apache это веб-сервер, чтобы вы понимали. С помощью данного веб-сервера, да, на нем располагаются обычно сайты. То есть это для разработки сайтов и так далее. Но так как у нас PHP MyAdmin, это и есть веб-интерфейс, то есть мы просто, получается, включаем Apache, потому что без Apache он работать не будет. Нам никакие не конфигурации особо тут, вот тут вот именно, ничего не нужно делать. Но прежде чем это все запустить, нам нужно обезопасить мускул. Что для этого нужно сделать? У нас есть папочка XAMPP, вот она появилась. Мы заходим в нее. Дальше мы переходим в PHP MyAdmin. И тут есть вот такой вот файл config inc.php. Вы можете открыть его, давайте, чтобы вам было удобнее, через Notepad. Потому что многие используют Notepad, чтобы вы точно так же видели, как и я. Тут есть секретное слово, да, какое-то. Но это используется для авторизации по кукам. Вот, но нам это покамест не нужно. Вот, кстати, один ключевой момент. Очень важный момент и очень сложный. Есть много способов, как поменять пароль на root. Но я вам покажу более такой, ну, для меня, скажем, удобный. Мне, по крайней мере, он удобный. Вот, давайте сделаем так. Для начала нам нужно, естественно, запустить, поэтому мы запускаем. Если у вас загорается зелененьким, проставляются порты, значит все нормально, у вас все работает и проблем никаких нету. Я вам сразу скажу, зачастую все всегда нормально. Если у вас чем-то будут эти порты забиты, тогда могут быть возникнуть проблемы. Ну, не суть, вот у нас все нормально. Дальше, в обычном браузере, вот он, наш браузер любой, мы берем и пишем localhost php myadmin. php myadmin. И мы попадаем с вами, вот, мы уже в базе, по сути. Тут есть какие-то определенные базы, да, там тестовая, там всякие схемы там с таблицами и так далее. Ну, тут мы потом перейдем более подробно. Нам сейчас не это нужно. Нам нужно перейти в MySQL, выбрать ее, именно нажать на нее, чтобы она у вас была нажата, раскрыта. И дальше переходим в SQL. Вот вы можете наблюдать. SQL. И тут нам нужно написать такую вещь. Update. Пишем user. То есть вот она нам, вот эта таблица нужна. Мы указываем, что мы хотим обновить таблицу с юзерами. Чтобы вам было понятно, я вам сейчас покажу. Вот юзер таблица. И вот ее данные. Видите, да? Вот. И мы пишем теперь. Update. Нет.
А, ну да, все правильно. User. Set устанавливаем. То есть в данном случае мы хотим прописать пароль. Да? То есть нам нужно именно взять, написать password. Password равно. И дальше мы используем функцию password. То есть это пишется вот так вот. Password. И тут пишем любой наш пароль, который мы хотим придумать. Ну, давайте, чтобы мы были это, я создам сейчас тестовый момент. Ну, допустим, вот тут создам тестовый файлик. Чтобы мы не посеяли этот пароль, лучше сделайте так. MySQL, да? Давайте напишем MySQL Exile. Excel. И в него запишем MySQL, чтобы мы понимали, что это к базе относится. Пишем root, это пользователь, и пароль, какой мы там придумаем. Пускай будет такой. Вот я его копирую. Вставляю. Пишу v, что-то я тут походу ошибся. Ну ладно, не суть. А, тут нам нужно user большими буквами. Точнее, большая первая буква. И тут ставим user. Ой, user, root. Извините, я сегодня немножко уставший. Вот. По сути, мы обращаемся. Единственное, меня смущает вот эта вот строка. Сейчас мы узнаем. Я походу, либо я ошибся. MySQL. Либо я ошибся, либо... Да, ошибся я. Functions, вот, обычная функция password. Вот она как пишется. То есть нам нужно написать ее с больших букв. То есть мы пишем с большой буквы. Password. Так, что-то не то. Три строки, все нормально. Все, у нас строка записалась, тронулась. Три строки. Почему три? Потому что у нас в таблице есть три строки, в которых есть root. То есть для localhost, для 127.0.0.1 и для, скажем так, неопределенного API. Вот, все, мы им заменили. То есть у нас теперь проставился пароль. Почему мы вначале это делаем? Потому что мы сейчас начнем привязывать к кукам, и у нас возникнут проблемы. Я сразу ключевые проблемы вам объясню. Все, мы заменили. Нам уже пока PHP MyAdmin не нужен. Теперь мы должны перейти к нашему ключевому файлу, который мы открыли, то есть config.inc.php. И мы будем писать тут неважно, что хотите. Блин, только надо это латиницей. Что хотите там? Все, накалякали. Это ключевой будет этот, ну, скажем, такой токен для куки авторизации. Вот. Дальше. Авторизация. Пишем куки. Тут у нас root, а тут пароль, который мы, соответственно, создали. Дальше мы этот пароль будем указывать при соединении с базой данных. Вот, тут мы ставим hello no password false, то есть мы не будем уже, мы будем затребовать пароль, и уже авторизация будет идти. Дальше нам ничего указывать не надо, это наш локальный этот, то есть все, по сути, вот на этом настройки закончились. Теперь мы сохраняем. Для этого нам нужно перезапустить и Apache, и Muscle. То есть мы останавливаем и запускаем. Запомните, когда вы тут запустили, все нормально, у вас работает база. Если тут запущено не будет, у вас база работать не будет. И сервер, когда вы будете запускать, у вас будет выскакивать ошибка. То есть сервер не запустится. Проверяйте всегда за базу. Итак, ну,
Вот, мы сохранили. Теперь что ж, теперь нам нужно зайти, ж, правильно? Вы можете через эту панельку вот попадать в PHP MyAdmin. Если вы нажмете на админ, то вы попадете вот. И у нас теперь форма входа. Сюда мы можем ввести root и можем ввести наш пароль. После чего мы попадаем в базу. Все, наша база, она в безопасности. Почему я об этом говорю? Потому что если бы мы не указали пароль, вот так вот, как мы первый раз попадали, без логина и пароля, так может попасть к вам каждый в базу, понимаете? И буквально соединение просто. Если у вас еще будет порт открыт 3306 для внешнего, то вообще присоединиться проблем не будет. Надо всего лишь знать ваш айпишник, и все. Я не буду показывать эти дела на самом деле, как это делается, потому что это уже, знаете, как говорится, из рода того, что начнут другие потом юзать, пробовать и так далее. Я только буду порождать больше взломов таких людей, которые пытаются поднять свой сервер, но не знают такие вещи, как безопасность. Поэтому сразу говорю, порты 3306 мы открывать вообще не должны. Он должен быть у нас недоступен для внешнего ресурса. Собственно, на этом как бы первый момент записи закончен, то есть первая часть. Вторая часть будет посвящена именно уже Exile. Спасибо вам за внимание.